Сказки Бригитты Венингер завоевали любовь миллионов читателей по всему миру. Герои ее истории помогают малышам взрослеть, учат быть внимательными, ценить друзей и родителей. О серии книг Бригитты Венингер про кролика Пауля нам расскажет заведующая залом электронной информации Центральной детской библиотеки имени Пушкина Анна Бочкарева. 2 года назад мы с дочкой открыли для себя удивительную серию книг Бригитты Венингер. Она очень интересно и доступно пишет. И это нравится не только взрослым, но и детям. Несмотря на то, что главные герои ее истории – это животные, те ситуации, которые разыгрываются в них, это моделирование тех ситуаций, которые происходят в наших семьях. Взрослые в этих книгах могут найти пути решения разных семейных проблем, а детям нравятся эти книги, потому что герои похожи на этих детей. И ситуации, которые обыгрываются в этих сказках, похожи на то, что с ними происходит каждый день. Кроме этого, хочу отметить, что в книжках очень яркие, красивые иллюстрации, которые любят рассматривать наши детки. И сегодня я хотела бы рассказать вам о серии книг про Пауля и его семью. Первая история из книжки «Большие приключения Пауля» называется «Сестренка или что-нибудь полезное». Скоро в семье случится пополнение. Родители ждут этого с нетерпением. А как же дети? До рождения малыша – да. А после? Ситуация здесь иногда меняется. И иногда получается так, что ребенок начинает вести себя как не очень нам нравится. Как? Начинает капризничать, обижать малыша. И что же нам с вами делать? В книжке мы можем найти ответ на этот вопрос. Мама-крольчиха делает своего ребенка помощником. То есть они вместе проводят время. Ребенок Пауль понимает, что он нужен маме. И они, проводя свое время, заботятся о своей маленькой малышке. И в то же самое время мама не забывает хвалить своего малыша, потому что она понимает, как это нужно ему сейчас. Главное... Тема этой сказки – то, что в каждой семье, каждый член этой семьи должны знать, что они нужные, любимые и счастливые. И, пожалуйста, давайте слышать детей, да, своих, их любить и показывать им свою любовь. И последняя история из книги «Пауль любит маму». В сказке кролики хотят порадовать свою маму, ведь скоро ее день. Но что же преподнести маме в подарок? Может быть, красивую куклу или много вкусных ягод? И вдруг крольчата вспоминают, как мама огорчается, когда они себя плохо ведут, особенно за столом. И у них появляется замечательная идея, что нужно себя научиться хорошо вести. И они в течение всей этой сказки изучают правила этикета с помощью замечательной книжки. И в конце дня устраивают для мамы праздничный ужин, где показывают свои умения. Подарок необычный, но, я думаю, хороший. Ведь кролики, они не просто подарили маме, да, какой-то подарок, а они заметили, что ее беспокоит и огорчает, и попытались это исправить. После того, как мы прочитали эту историю с дочкой, мы для себя поняли, что нужно почаще придумывать разные поводы для маленьких радостей. Ведь это важно не только детям, но и нам, взрослым. Делает нас ближе друг к другу. «Мои дорогие, какой замечательный подарок!» – сказала мама, закончив свой десерт. «Тыквенный торт, который приготовил папа. Я и не думала, что вы можете быть такими воспитанными. Где же вы этому научились? Да еще и так быстро. Мы научились сами», – гордо заявил Пауль. «Только для тебя, в День матери. Так завтра все будет как обычно?» – ахнула мама. Крольчата дружно рассмеялись. «Нет, мамочка, мы теперь всегда будем себя хорошо вести. Ведь это оказалось не так трудно». Бригитта Венингер, серия про Пауля. Рекомендуем!